наш автопарк Саши Налидина. По методу Александра Надзона я прикрепил на стрипсы номер, пока не найду вот эти болтики. Сзади у меня болтики были. Два вверху. И, собственно, я только что сгонял, сделал инспекцию машины. Вот результат. О, даже Лиди держатель новый поставил. Вот. Приехал с работы, пересел на Лидину машину, смотался. Занимает все это, инспекция занимает 5 минут. Как это происходит? Это там же самое, где МВС. Там есть отдельное здание для прохождения автоинспекции. Ты туда заезжаешь, там указатель, там шлагбаум, нажимаешь кнопочку, выезжает талончик, шлагбаум поднимается, как на парковках. Проезжаешь дальше и становишься в эдакую очередь. Передо мной была аж одна машина. В эдакую очередь встаешь, ждешь, когда тебя помашут рукой и вызовут. А там такие дырки в здании, как на автомойке, я не знаю, заезды. Вот. Ты туда заезжаешь, ставишь на паркинг, отдаешь ему ключ, предоставляешь все документы, он тебя просит регистрацию на машину, которую мы сделали вчера. Там же при регистрации тебе дают направление на инспекцию. Если у тебя нету действующей инспекции, то надо пройти ее. В частности, машина была из Пенсильвании, а это другой штат. Даже если бы была, как на моей машине, пенсильванская инспекция, все равно надо проходить заново. Вот. То есть регистрацию, направление на инспекцию, страховку, о которой я сейчас расскажу, на машину, и водительские права. Я ему дал, сказал, что это украинский. Он спросил, это интернациональный или нет. Я говорю, да. Он говорит, а как я это должен понять? Я говорю, ну как? Так что там перевод любого поля есть на английский язык. Он посмотрел, сказал, все окей, я дал права. Я вышел из машины, он сел, подключил там компьютер к бортовой панели, все это проверил. Проверяет engine check в основном, что не горит. Нет проблем с двигателем. Я не знаю, как они там выхлопы проверяют или нет, должны по идее как-то. Проезжает он 2 метра и клеит вот эту вот нашлепку, собственно, на стекло. Ну и все. Желаю счастливого Рождества и ты свободен. Как-то так. Итак, регистрация есть. Вчера сделали. Инспекцию прошли. Страховку тоже я сделал. Сейчас отдельно расскажу, потому что это круто.